Всем привет, друзья! Это новая часть эпичных трюков в GTA 5. И давайте под этим стантом мы наберем 100 лайков. И что ж, сегодняшний трюк у нас заключается в том, что мы едем на Хакочу, вот по этой дороге, берем вот эти бустеры, едем, отталкиваемся от этого штуки, отталкиваемся и летим вот на это здание и стараемся догладить до него и, конечно же, встать на него мотоцикличет. У меня вообще все сегодня заплетается, я не могу даже выполнить такой вот легкий стант, скажем, я вообще лох, да. На Хакочу не могу сделать такой стант. Я надеюсь, что мы сегодня его выполним. Это хорошая солнечная погода. Давай, Хакочу, не подведи меня. О-о-о-о-о. Ой, этот стант кажется легким, но он какой-то тяжелый, вот серьезно. Я вот лечу, он не долетывает куда-то. Он постоянно откуда-то бьется. Я просто не могу сегодня выполнить стант. Может, у меня сегодня такой вот невезучий день просто. Но я даже не знаю. Ну давай, лети. Тик, стань, хорошо. Да. Ну давай, все, я верю в тебя, мой лучший байкер. Стань термобайкер. Че я несу? Давай, просто лети. Вот так вот глайд. И вот так вот об стеночку бейся и молодец, и просто приземляйся с большой скоростью и падай с мотоцикла. Чё я рассказываю басни Крылова. Блин, что-то мне сегодня весело, но я уже какой-то все, да, сдувшийся. Да, давай, во, летишь. Да, мне надо было просто отпустить тик, я бы просто приземлился бы. Нет, я что-то там тяну. Да, я вроде как сонный. Я сам не знаю, я уже сонный или нет. Ну давай вот сюда. Ты приземлишься. Вот это было красиво, ребят. Фух, мы так выполнили быстро сегодняшний стант. Ну, кто думал, что он такой будет быстрый и легкий? И, ребята, я хочу вас попросить, чтобы вы присылали свои станты в комментарии. Я их обязательно выполню в следующих выпусках. Конечно же, если они будут тяжелыми и очень практичными, хорошими стантами, я их специально отберу и в следующих выпусках как раз засниму и постараюсь выполнить как бы ваш вызов мне в видео. Так что вот так, ребят. А с вами был Кузака, с вас 100 лайков в следующей серии по трюкам. В общем, подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем хороший положительный комментарий. Ну и все, ребят, всем удачи, всем пока!